Пока на поля не вышла сельхозтехника, они всего на один день превратились почти что в армейский полигон. В остатки прошлогоднего сена вкапывают щит, на него вешают мишень. Ровно? Рядом помощник Алексей ставит камеру фиксировать результат. На таком расстоянии невооруженным глазом даже мишень не разглядеть, выручает мощная оптика. Но к окулярам мастера международного класса наклоняются с недоверием. Миссия невыполнима, такого просто еще не было. Если это состоится, то это будет абсолютно мировой рекорд. Граница Калужской и Тульской областей возле райцентра Таруса. Именно здесь снайпер Владислав Лобаев вместе с командой задумал осуществить амбициозную задачу – побить мировой рекорд в стрельбе из винтовки. Это действительно эксклюзивная какая-то стрельба, именно рекордного такого, так сказать, характера. Это не стрельба групп, это именно стрельба на попадание хотя бы одним выстрелом. Владислав Лобаев, спортсмен, увлекается стрельбой на дальних дистанциях. Разработчик новейшей снайперской винтовки, которая теперь носит его имя. Несколько лет назад создал в России первую частную фирму по серийному производству высокоточного оружия. После многих достижений в разработке оружия пойти на новый рекорд уже в снайперском деле Влада, можно сказать, вынудили американцы. В сети появилось видео, на котором 4 ковбоя преклонного возраста поражают мишень на расстоянии 30 футбольных полей. Это примерно 3300 метров. У отечественных мастеров зарубежный эксперимент вызвал подозрение и сам стал как вызов. Дистанция 3400 метров. Это на сотню больше, чем у американцев. На всем этом расстоянии не должно быть никаких преград. Вот главное условие для успешной стрельбы. Но найти такое место во всей Калужской области удалось всего-то одно единственное. Мишень установлена за 3 сельскохозяйственных поля от огневой позиции. И добираться туда приходится вот по такой перепаханной земле и грязи. Но на что не пойдешь ради мирового рекорда. Бескрайние поля под Тарусой кажется аршином русским не измерить, но для сравнения это как 32 футбольных поля по стандартам FIFA или чуть-чуть меньше, чем любая взлетная полоса в аэропорту Домодедово, а в самой Москве это почти такое же расстояние, как от Манежной площади до Белорусского вокзала, то есть вся Тверская улица. В сельской местности сориентироваться помог дальномер. С его помощью в полях убирали точки для снайпера и для мишени. Поехали! Выстрел! Недолет. Впрочем, и оружие непростое. У Владислава винтовка, аналогов которой в мире нет. Ее он создавал сам. Всего в оружейном ряду уже 6 разных моделей. Толстая Берта, мама, там разные были названия. А это безымянная? Ну, это безымянная, да. У нее вообще название «Сумрак», но мне больше нравится «Память смертная». Такое оригинальное название. Кто знает, тот поймет. Снайперская винтовка Лобаева СВЛ К-14С, калибр 408 JTEC, дульная скорость 900 метров в секунду, длина всей винтовки 1430 миллиметров, длина ствола 780 миллиметров, вес более 9,5 килограммов. Кондиция. Выстрел. Это запредельная дистанция. Пока это чуть-чуть даже больше, чем возможности человека и оружия. Правда, для рекорда, чтобы увеличить дальность, винтовку пришлось доработать. Нарастить планку под прицел, повыше перенести заднюю часть ствола и даже пули заряжать особой, заостренным наконечником, который, как молния, рассекает воздух. Тактико-технические характеристики. Патрон 408 JTEC, калибр 10,3 мм. Масса пули от 25 до 32 граммов. Пороховой заряд 10,3 грамма. Начальная скорость до 940 метров в секунду. Пуля – самостоятельная разработка Владислава Лобаева. Здесь полтора, на траектории три. Мировой рекорд – командная работа. Пока Дмитрий ловит ветер, Николай держит связь с наводчиком, Владислав внешне спокоен, но целиком сосредоточен. Где-то рядом прям. Я не увидел попадания на шлепок, я прямо недалеко от меня совсем. Первые несколько выстрелов обнадежили. Мишень хоть и не поразили, но американцев точно догнали. А чтобы еще и перегнать, на стрельбище, кажется, совпали все условия. Солнечная погода и даже ветер время от времени стихает. Выстрел. Выстрел. Было попадание в мишень. Было попадание в мишень. Лёх, подойди, посмотри. Попал.
попали строго по центру, в самый низ. Строго по центру, в самый низ. Пуля вошла в нижнюю часть щита, аккурат по центру, но пока настраивались и стреляли, а потом добирались по полю, чтобы увидеть долгожданный результат, радоваться у них, кажется, даже сил не осталось. Ну, прям 12 часов, чуть занизил, ну, бывает. Ну, по каблукам, как положено. Но и так, уверен Влад, этот результат все равно лучше американского и достоин даже книги рекордов Гиннесса. Вписать туда свои имена. Его команда теперь рассчитывает, покорив огневой рубеж уже на 3.5 километра. А этот рекорд в преддверии юбилея Великой Победы решили посвятить всем, кто сражался за Родину. Ура! Ты заводил!